Всем привет! Очередное EDC утро. Будем употреблять умные сладости. Кофеек. Кофеек у нас, как обычно, без сахара. А наши умные сладости — это молочно-шоколадная глазурь здесь какая-то. Ну, я так подозреваю, что это все-таки печенье. Там находятся две такие вот палочки. Ну да, это типа кукурузных палочек, воздушная кукуруза, только не круглая, как обычно в дрожже было, а в виде палочек. Но здесь еще какой-то вкус есть внутри, поры такие. В принципе, для перекуса нормально. По калориям в районе сотни должно быть что-то. 420 килокалорий в 100 граммах. Ну, тут без сахара, без фруктозы, не содержит глютена. Ну, в принципе, ничего так. Перекусить на завтрак их хватит. Ну, я желаю вам приятного дня. Всем пока. Подписываемся на канал, ставим лайки.